Статистика пожаров в округе снизилась. В этом году сотрудниками пожарного надзора зафиксировано 28 возгораний. В прошлом году их было 33. Большая часть пожаров по-прежнему происходит в жилом фонде и по вине человека. Как правило, это неосторожная эксплуатация бытовых электроприборов, курение в помещении и неправильно смонтированные проводки. С наступлением отопительного сезона пожарные инспекторы советуют быть особенно внимательными с приборами отопления. Всевозможные электропечки, радиаторы следует включать только в исправленном состоянии и не оставлять их включенными, уходя из дома. Все, что касается монтирования электропроводки, лучше доверить профессионалам. Такие же требования предъявляют и к организациям. В преддверии новогодних праздников служба МЧС просит граждан использовать пиротехнику, не забывая о правилах безопасности. Пиротехника касается, конечно, не только людей, которые используют, да, эту пиротехнику, ну, как обычно, там, семьи выходят в праздничную ночь, там, запускают петарды, ракеты, но также здесь следует обратить внимание организациям, индивидуальным предпринимателям, которые занимаются реализацией пиротехники, то есть, чтобы ни в коем случае не продавали несовершеннолетним, и чтобы продажа велась в соответствии со всеми требованиями.